Французский президент Николя Саркози воздал честь небесной покровительнице Франции, святой Жанне д'Арк, отметив, что она помогла сформировать национальное сознание. Для католической церкви Жанна святая, для республики она воплощение самых прекрасных французских достоинств, включая патриотизм, который состоит из любви к своей родине, исключающей оскорбления других, сказал президент Франции 6 января после посещения мессы в Дом-Реми, лотарингском городке, где родилась Жанна д'Арк. Именно там начались торжества, которыми Франция отмечает 600-ю годовщину со дня рождения своей национальной героини. Празднования будут проходить в течение всего года и будут включать торжественные мессы, конференции, театральные представления, а также общенациональное паломничество, которое состоится уже в феврале. В мае архиепископ парижский кардинал Андре Вентруа, президент конференции католических священников Франции, отслужил еще одну юбилейную мессу в Дом-Реми. Жанна, 19-летняя девушка-крестьянка, которая по внушению свыше, как утверждала она, возглавила движение за освобождение Франции от английских захватчиков. Она была взята в плен и сожжена англичанами в Руане в 1431 году.